немножко менее. Новогодние штуки. Дети, кстати, там играют в кальмара. Дети в кальмара играют. Все понятно. Скоро Новый год прямо чувствуется. Класс. Киосочка с вкусняшками. Тут непонятные существа, типа оленей. Типа оленей. Чувствуется, что скоро, однако, Новый год. Ну, чувствуется, что скоро Новый год, да? Это олень является, который верит. Красиво. Дети там так и играют. Да, всемирная игра в кальмара. Похоже, на море волнуется раз, морская фигура замри, она замирает. С нами. А, игра в кальмар. Сплошной кальмар. Ну-ка я посередине. Лапшичная. Это тоже для детей какая-то штука. Загончик. Няшки пельмени. Пельмешки, пельмешки. Наши конкуренты. Молочие, молочие. Всякие креслицы. Да, меня явно нагоняет.
инсталляция киевская. Куча диких обезьян. Обезьян и панд. Да, куча диких обезьян. Ну и всякие. У нас такая же дома где-то есть. Ну, хорошо. Ну, обезьянки, обезьянки. Играй так, словно никто не видит. Ладно, пора мне обратно. Погуляла немножко. Санлайт у нас открылся, везде закрылся, типа. У нас вроде как открылся. Никогда не говорит. Ну, а вот он, фестиваль роботов. Небось платно все это. Одно, где фестиваль роботов? Рублей в фактуре. Возвращаюсь домой на точку. Я так гуляю. А вот это мой дом родной. Вот он дом родной дом. Это я вроде как. Это я тут гуляла, красавица. Ладно. Моя вроде как рабочая место. Я тут живу. Живу я тут. Вот напротив меня тут лес. Девчонки.